Всем большой привет! Сегодня 18 марта 2024 год. Я снимаю свой очередной ролик про выращивание биопрепаратов. В данном случае это будет Bavaria. Я уже занимался, был у меня пробный опыт, скажем так, выращивания из препаратов Dutagra и Profit. Они закончились, скажем так, неудачей. Поэтому я поискал, нашел людей, которые из различных препаратов выделяют изоляты, ну и потом делятся. В данном случае со мной поделился Павел Андреевич Стариков, автор известного канала, ссылка будет в описании. Он мне прислал изоляты разных грибов, и часть из них я хочу сегодня посеять на перловку, и также не забуду про препараты закваска Bavaria Mix, вот она в жидком состоянии, и также про цветок Bavaria Здоровье Флоры. Что у меня есть? У меня есть вот 4 изолята, пришли они мне все в zip-пакетах, скорее всего даже вакуумно запакованы. Я из этих пакетов, не буду уже показывать как, переложил вот в такие баночки небольшие. Предварительно эти баночки я помыл белизной с хлором. Потом моющим средством и потом спиртом. То есть наливал спирт доверху, давал постоять, сливал, спирт испарялся. То есть надеюсь, что я не занес сюда никаких иных грибов. Также у меня есть перловка, которую я выдержал, ну, сначала сутки. Она у меня намокала, я ее промыл много раз, и при температуре 150 градусов в духовке она у меня простерилизовалась. Я подписал каждую баночку, на баночке у меня есть пометки, то есть это не займет много времени, чтобы минимизировать перезаражение грибами, я пошел именно по этому пути. Что я буду делать сейчас? Ну, достаточно все очень просто. Я буду открывать вот эту фольгу, открывать баночку и засыпать туда препарат, чтобы как можно меньше пылить. В баночке я препарат этот, ну, назовем уже препарат, вот эту вот перловку, которую мне прислали, насыпал в различных помещениях квартиры, чтобы опять же не пылить и не перезаразить. Вот. Все, наверное, будет достаточно просто. Открываю это, открываю фольгу и засыпаю сюда зараженную уже перловку. Предварительно я потряс все баночки, чтобы не было комков. Ну и так вот немножко потрясу. И таким образом сейчас сделаю все баночки. Ну вот я засыпал все. Еще раз говорю, что на каждой баночке у меня подписана дата, название препарата, из которого был добыт вот этот вот изолят. Вот в данном случае Bavaria из Bioabsolute. Также на крышечке у меня были, когда я пересыпал, подписал цифрами, чтобы не перепутать, есть у меня список. То есть шестерка, это у меня Bioabsolute. Все, с этими разобрались. Теперь дальше. Это Bavaria Mix закваска от Dutagra, тоже подписано. Вот есть закваска. Понимаю, что, наверное, не в равных условиях, но это будет уже следующий мой эксперимент. Сделать водный раствор каждого препарата, но об этом чуть позже. Есть у меня ложка стерильная, обработал спиртом, сейчас лежала в салфетке спиртовой. Так, открываю и одну чайную ложку. Распределяю. Так.
ложку сразу в сторону. Все. Готово. Немножко задел камеру. И сейчас Bavaria Profit. Bavaria Profit. В прошлый раз у меня не получилось. Но я купил несколько таких баночек, поэтому взял новое. То же самое. Приоткрываю. Открываю. И также никакой мембраны нету сверху. И сюда засыплю, как говорит один блогер, щедрой рукой. По целых две ложки. Ложку в сторону. Все. Итак, у меня есть 6 образцов. Встретимся, когда уже начнет что-то происходить с моей перловкой. Сегодня 26 марта, 8-й день эксперимента по выращиванию Bavaria. Итак, как вы видите, Bavaria проросла. В частности, это Bavaria Glevovir. Если открыть крышку, то можно увидеть, здесь, конечно, есть конденсат небольшой, в банке есть. Ну, так вот выглядит Bavaria, достаточно ровный такой налет. Вот так вот выглядит дно. То есть проросла во всей толще зерна Bavaria. Следующий вот изолят полученный из карта плюса. То же самое, но дно еще не до конца проросло. Следующий экземпляр — это Bavaria Micapro. Дно еще тоже недостаточно проросло. Немножко слиплось все это. Стало таким комком. Но, тем не менее, прорастание есть. Сейчас возьму ложку. Оно разделяется достаточно легко. Вся масса. То есть здесь, как вы видите, прорастание из изолятов готовых, оно достаточно хорошее. Закрываю, ложку убираю. Биоабсолют, тоже изолят биоабсолют. Дно еще не совсем, скажем так, обросло грибницы. Попробую. Вот. Но тем не менее разбивается. Все хорошо. Bavaria Mix Tutagra. Это тот препарат, который заселялся в жидком виде на перловую крупу. Но если посмотреть, сейчас увеличу, то здесь видны какие-то вот белые нарастания и достаточно много таких вот сине-зеленых, которые больше похожи на пенициллу. Белое, что, честно говоря, не знаю. С обратной стороны есть прорастание. Возможно, это и есть Bavaria. Но в связи с тем, что здесь очень много пенициллы, конечно, можно сейчас вот взять, выделить какую-нибудь эту белую часть, если уверен, что это Bavaria, и пересадить, и отдельно посмотреть, что будет. Но я сейчас делать этого не буду. Тогда можно получить, наверное, изолят таким образом. Так что в данном случае я отправлю это на утилизацию. И следующая Bavaria Profit. То, что было на твердой субстрате. Как видите, внутри находится, можно увидеть, мой любимый желтый аспергил. Вот это, скорее всего, пенициллу. Опять же, аспергил. Bavaria. Можно, конечно, за Bavaria принять вот эти вот что-то вот белесое. Но внизу вообще никакого прорастания. Из этого я вижу, вижу и делаю вывод, что подавляющее большинство грибов — это не Bavaria, скажем так. Поэтому тоже утилизация. И на этом
эксперимент мой заканчивается. Что я получил в результате эксперимента? Я получил следующий результат, что выращивание на перловой крупе из коммерческих препаратов Bavaria Mix от Utagra и Bavaria Profit, процветок, Profit, они не принесли никакого положительного результата. В микс Utagra, возможно, есть Bavaria, но очень много иных включений. То есть я как потребитель, если покупаю вот это и вношу в почву, уверенности на 100%, что я внес Bavaria, у меня нет. Я, конечно, отдаю себе отчет, что остальные экземпляры, они произведены именно из изолятов, которые получены из таких же коммерческих препаратов. И там тоже могло быть очень много мусора. Но сейчас я говорю о том, что я, опять же, потребитель. И потребляя вот это вот чудо, я вношу именно вот это. Поэтому я прихожу к выводу, что надо либо из коммерческих препаратов делать изоляты, либо сразу брать изоляты и их размножать. Что я буду делать дальше? Ну, вот та Bavaria, которая еще проросла, но есть еще куда расти, скажем так, я оставлю еще на пару дней. И дальше я высажу в большой объем той же перловой крупы, которую уже не буду так стерилизовать, как для этих опытов, и попытаюсь нарастить Bavaria в больших объемах. Прямо сейчас у меня уже вот экземпляр, который наиболее пророс, имеет Bavaria от Gleaver. Я его сейчас пересажу в перловую крупу, ну, уже в больший объем, и посмотрю, что будет. Но это уже будет отдельный ролик, ссылка. Либо следите за каналом, либо ссылка будет в описании. На этом я с вами прощаюсь. Вот такой вот опыт, эксперимент у меня прошел. То есть я увидел, как, что Bavaria действительно можно получить. Ее можно получить на перловке. Но для этого надо использовать чистый препарат. То, что касается коммерческих препаратов, в данном случае Mix Utagra и Bavaria от Profit, оно содержит, к сожалению, в себе очень много включений, которые... Ну, совершенно не похоже на Bavaria. Поэтому это идет в утилизацию. На этом все. Всем большое спасибо, что посмотрели. Всем пока-пока.